Всем привет, парни. Сейчас вы увидите настоящий пикап от старого ловеласа. Девчонки прыгали бы на меня гроздями, но, увы, прыгать черепахи не умеют. Но не беда, смотрите и внимайте, молокососы. Зверь вышел на охоту за тёлочками. Сейчас мы подойдем к первой из наших многочисленных самок. Если смотреть ей прямо в глаза, то они сразу дают и проникают с безумной любовью. И не спрашивайте, откуда я это знаю. Я страстный самец. Такова моя природа. Оператор готов? Погнали. Эй, деточка, как твои дела? Привет. Позволь мне угостить тебя капустой и пригласить прогуляться за тот камушек. Твои глаза как две кукурузины, сияющие под светом лампы прогрева. Я и не думал, что будет так легко. В этот раз мне даже не нужен мой второй пилот Григорий. Кажется, она согласна на все, и мне остается только последовать зову сердца. Ну а теперь уберите детей от экранов, будет жарко. Жаль, Григория здесь нет, он бы порадовался, но ничего, мне кажется, раньше он не давал мне проявить себя во всей красе. Один я явно работаю лучше. Однако что-то не так, и дело не может быть во мне. Надо выяснить, чем она недовольна. Надо дать ложных обещаний, это основа профессионального пикапа. Эй, детка, что не так? Может, мы сходим посмотреть на закат или съедим по салату? Вообще, парни, я знаю женское тело как свои 4 пальца. Даже с закрытыми глазами, в темноте и под водой, я смогу найти любую часть женского тела. Ничего не понимаю. И тут все кругло, и тут лапа такая же. Куда мне идти? Кажется, я потерялся. Она слишком жирная. Так, ага, вот голова, значит, надо бежать обратно. Неплохо бы карту составить, но времени нет. Надо торопиться, пока не передумал. Так, зверь, настал твой час. Вперед! Черт возьми, опять ничего не получается. Соберись, ты ведь самец. Не волнуйтесь, парни, я знаю одну хитрость. Женщине нужно высказать уважение, тогда она будет вся твоя. Послушай, детка, я тебя уважаю! Ха-ха-ха, отлично, парни. Теперь все на мази, пора пожинать плоды своих усилий. Ничего не понимаю, я начинаю думать, что Григорий мне врал. Григорий хороший второй пилот, но иногда он дает не сильно до полезные советы. Однажды он мне советовал запомнить, как зовут девушку. Ха, эй, бред, зачем мне помнить, как ее зовут? Свое имя ведь я ей тоже не называл. Пришла пора к решительным действиям, надо спросить ее напрямую, чего же она ждет от наших отношений. Детка, я понимаю, мы с тобой знакомы всего 2 минуты, но... Эй, ты куда? Куда ты идешь, детка? Погоди, мы же только познакомились, где ты живешь, за теми камнями? Отличное место, Григорий раньше там жил, поверь. А я и не сомневался, что она не устоит передо мной. Отлично, теперь я думаю, можно приступить к делу. Детка, ты готова? Чувак, ты задолбал, ты мне дашь сегодня поспать или нет? Григорий? Ой, да заткнитесь.